Здравствуйте! Наконец-то на север пришла весна. Время очарования, романтики. Все, что было укутано зимним одеялом, стало очевидным. И пока не распустились первые листочки и цветы, поговорим о том, что наболело. Время говорить правду. На самом деле людям нужны простые вещи. Работа, благополучие детей и родителей, качественная медицина, хорошие дороги, доступное жилье и возможность для самореализации. Социальные сети пестрят хмурыми пейзажами, плавающими домами и ямами на дорогах. Лиц, которые улыбаются, практически нет. Хорошие и светлые попытки и усилия, которые направлены на прогрессивное развитие, словно растворяются в повседневности. Сегодня люди уезжают с севера, а когда-то стремились попасть именно сюда. Вот и Ломоносов не вернулся в родную деревню Мишанинское, но опять же весь мир узнал об Архангельской глубинке благодаря великому ученому. И первый университет появился хоть и в Москве, но носит имя нашего земляка. Когда же наступит то самое время, когда мы с вами начнем ценить тех, кто продолжает жить и работать в нелегких условиях северных широт? Тех, кто остался, живет здесь, или тех, кто возвращается на родину. Недавно в одной из районных школ прочитала на доске почета. Можно было смело переименовать ее, кстати. Они уехали отсюда, ими гордится школа. Что-то не то, согласитесь. Мы гордимся теми, кто выбрал более простой путь. Конечно, сегодня молодежь должна иметь возможность для самореализации. Нужно создать необходимые условия для жизни, работы, создания семьи. Ничего нового. Надо просто взять и сделать. Без популизма и законотворческого зуда. Учителя сегодня устали от количества документов, стандартизации и излишней регламентированности процессов. Учителя выгорают эмоционально. А учитель должен учить, а не заполнять формуляры. Им не до доски почета сегодня. Пора задуматься и о том, что наши дети должны гордиться историей, культурой Северного края. И даже если их жизнь в дальнейшем сложится вдалеке от севера, образ малой родины должен сохраниться и быть передан детям. Доказано, что скоро нас некому будет кормить. Количество молодежи стремительно уменьшается. Хотя, по прогнозам, ситуация вскоре улучшится. Но есть опасения, что появится армия молодых людей, воспитанием которых занималась улица. Не та советская улица с играми во дворе и спортивным азартом. Другая. Время переходить от количества к качеству. Вдумайтесь, социальная беспризорность и сиротство при живых родителях становится признаком современности. А это уже серьезный вопрос идеологии, вопрос национальной безопасности. Детьми надо заниматься нам самим, иначе ими займется кто-то другой. Думайте о будущем, создавайте свой мир таким, каким вы хотите его видеть. Достигайте. Благодарю.